Всем привет, дорогие друзья, с вами Future Time. Сегодня у нас будет ролик не про гаджеты, а про те технологии, которые позволяют сделать лучше наш дом. А именно, мы сегодня поговорим про выбор матраса. Я переехал в новое место жительства, и передо мной встал этот выбор. Возможно, он стоит сейчас и перед вами. И я хочу с вами поделиться одним очень классным матрасом от фирмы Blue Sleep. Модель называется Гибрид 2.0. В этом ролике я вам расскажу, почему я решил остановиться именно на этом матрасе, какие улучшения, собственно говоря, произошли в организме после того, как я начал спать на этом матрасе. Ну и в целом, я думаю, вам будет очень интересно. Давайте начинать. Матрас у меня размером 180 на 200, в принципе, под стандартную двухспальную кровать, кстати говоря, которую я заранее купил и собрал. Так вот, матрас, несмотря на такие габариты, поставляется достаточно компактной, ну, относительно компактной коробке. Как вы понимаете, внутри он находится в вакуумной упаковке. И чтобы его полностью, так сказать, распаковать, привести в рабочее состояние, у вас займет примерно 5 минут. Сейчас я подробно покажу этот процесс. Ну и здесь есть довольно интересные нюансы. Во-первых, в комплекте с матрасом идет подробная инструкция. И также есть буклет, в котором перечислена другая продукция Blue Sleep. Потому что они выпускают не только матрасы. У них есть и подушки, кровать, одеяло, постельное белье, прочие товары для сна. Я, в общем-то, себе думаю, куплю подушку, одеяло и, наверное, что-нибудь еще. И вы подробно можете с этим ознакомиться. А второй момент — это то, что в комплекте есть еще и специальный нож для распаковки матраса. Он сделан таким образом, что вы не повредили ни матрас, там не порезали сами. В общем, интересная такая у него оригинальная форма. Вот я сейчас как раз этим ножом делаю распаковку. После того, как матрас у нас полностью распакован, он начинает принимать свою нормальную форму, рабочее состояние. На это ему потребуется где-то 2-3 часа. Через это время, в принципе, уже можно будет делать первые тесты, но пока на самом деле лучше на него не садиться. Лучше ему дать 3-6 часов времени на принятие формы, но уже сегодня ночью на нем можно будет спать, а полностью в рабочее состояние он придет где-то через 72 часа. Ну и теперь, собственно говоря, давайте поговорим об опыте использования этого матраса, потому что мы уже всей семьей поспали на нем несколько недель. В общем-то, можно сказать, что полноценно его протестировали и сделали некоторые выводы. Во-первых, самое главное — это, конечно, то, что матрас обеспечивает ортопедическую поддержку тела. Ну, другими словами, он полностью повторяет его контуры. И это создает такое максимальное удобство и комфорт. Все дело в том, что до этого, когда мы спали на других, на каких-то обычных матрасах с супругой, у нас все-таки был в спине некий дискомфорт, да, с утра могла даже появиться какая-то боль. После того, как мы поспали на этом матрасе несколько недель, мы вообще про это полностью забыли. То есть у нас спина утром чувствует себя абсолютно комфортно, нет там никаких зажимов, чего-то еще. В общем, здорово, действительно, организм почувствовал улучшение. Ну, кстати говоря, если вам матрас чем-то не подошел или еще какие-то причины, то у вас есть 300 дней на тест. В течение этого времени матрас можно вернуть, в общем-то, по любой причине. Но я больше чем уверен, что этого делать не придется. Это как раз-таки, наоборот, гарантия качества, потому что я им пользуюсь, в общем-то, у меня друзья тоже пользуются этой фирмой, и на самом деле нам все очень-очень нравится. И это доказывают ощущения, которые происходят в организме. Хотел бы подвести небольшие итоги. Ну, во-первых, мне очень понравились материалы матраса. Знаете, вот прям спишь и приятно телу. Видно, что не какой-то там дешевый ширпотреб, а реально нормальные дорогие материалы. Также мне вкатило, насколько матрас круто продуман технически. Здесь 2000 независимых микропружин, что позволяет снять нагрузку со всего тела и обеспечить его естественное положение. Также я думаю, что многие из вас уже слышали про знаменитый тест с бокалом. Это когда на одну часть матраса ставят бокал с вином, а на другой части, скажем, прыгает ребенок, и, соответственно, бокал не падает. В общем, этот тест я проверил лично и могу подтвердить, матрас действительно круто в этом плане продуман, так сказать, до деталей. Вы можете ворочаться в постели, пока ваша жена спит, и она даже ничего не почувствует. Кайф. Матрас достаточно жесткий, как для меня, но уже через пару дней к этому привыкаешь, и спина становится здоровее в целом. Даже не знаю, что еще и добавить. Пожалуй, добавлю благодарность компании Blue Sleep за хороший продукт, который наша семья оценила по достоинству. Ссылку на матрас оставлю в описании. Кто хочет, посмотрите. А с вами был Future Time. Пока-пока.